Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Сьогодні відбулася позачергова сесія Одеської міської ради, яка принесла нам нового секретаря, новий склад виконавчого комітету та нових очільників комісії. Також маємо нового віце-мера Одеси. Ось про це і говоримо найближчі 40 хвилин разом з нашими гостями. Це депутати Одеської міської ради Ольга Квасніцька, Роман Сеник і Ілля Фрейман. Вітаємо вас, а також політолог Ярослав Католик. Вітаю вас. Вітаю. Давайте за хронологією йти, як сьогодні відбувалася, проходила сесія. Початок затягнувся на майже годину. Чи свідчить це про те, що ще не до кінця про все домовилися між собою депутати і між міським головою? Ольга. Звичайно, ми ж всі розуміємо, ми всі дорослі люди і бачили, що йшов процес домовленості, тому що склалася така ситуація, що всі ті партії, які зайшли до Одеської міської ради, вони самостійно не здатні створити систему виконавчої влади, організувати її. І в цьому процесі, звичайно, треба було сідати і домовлятися, і вирішувати питання, як ми будемо разом. Незалежно від того, що ми дійсно можемо не любити один одного і не сприймати десь, але ми повинні розуміти, що за нас голосували люди. І кожного з нас вибирали люди для того, щоб ми дійсно сформували систему виконавчої влади для прийняття важливих рішень, для того, щоб запрацювала Одеська міська рада. І це не значить, що це йде мова про коаліцію, як зараз будуть дуже багато тут кричати в цій студії. Це йде мова про ситуативне домовленість з приводу того, що нам треба було створити, напрацювати цей орган, який розпочне працювати, тому що ми знаємо, що бюджет міста треба вже розробляти і приймати разом. Тоді це можна назвати ситуативною коаліцією, звичайно. Хай буде так. Не договорняк, а ситуативний компроміс. Слухайте, давайте почитаємо западну політологію. В западній політології це називається, якщо у нас багато многопартійність в парламенті, то це називається, як і от мені підкажуть друзі, Це застивши гражданство. Застывшая гражданская война. И, к сожалению, надо это признавать, что мы делаем то, что мы должны делать. Но это не значит, что мы будем голосовать за решение по земле скандальное, что я голосовала за регламент. Я, например, не голосовала за регламент. И дальше так, расскажу еще много, дуже за что я не голосовала. Давайте я дуже прошу наших гостей начинать одразу эфир с балагану, с выкрикувань. Давайте поступово идти і говорити на ці теми. Я розумію, що, Роман, і у вас можуть бути свої певні висновки, свої емоції. У мене було лише предложення продлити ефір, тому що дискусія може видатися дуже цікавою. Завтра продовжити ток-шоу «Прожектор 2.0». Давайте, щоб ця інформаційна година видалася продуктивною. Один з компромісів, я так розумію, це посада секретаря Одеської міської ради. Нічому. Секретаря Одеської міської ради – це, в принципі, та позиція, яку ми спостерігали на протязі всіх політичних циклів. Тобто, якщо це президентська партія, то секретар, як правило, сідав поряд з Леонідом Трухановим. Геннадієм Леонідовичем Трухановим, да. Але, слухайте, ми бачимо ситуацію, де Коваль – достойна людина, його всі поважають. От він зайняв це крісло. Але дуже часто називали прізвище Вадима Мараховського. Чому зупинилося саме на Ковалі? Ні, не знаю, навіть не. Тобто від початку на фракції це питання навіть не, Ковалі. Не обсуждалось. До речі, за Ігоря Коваля зараз надам слово. Сьогодні проголосували 39 депутатів, отож у нас новий секретар Ігор Коваль. Так, Романа, вам пасую. Я, спасибо, большое, столько есть чего сказать. Мне так радостно, что я оказался в оппозиции, потому что я наконец-то могу продолжать говорить правду. Ну что, надо констатировать, дорогие одесситы, что у нас новая коалиция в Одессе. Она не просто ситуативная, она постоянная и очень даже четко на понятных взаимоотношениях определена. То есть это европейская солидарность, это слуги народа, и это доверяй делам.
все. Вот только что Ольга сказала, что это-то нормально, что секретарь это типа от власти. Я недавно вот буквально с другого эфира господин Этнарович, наш коллега, сказал, есть такая традиция у Труханова. Вот он все время ложится под власть. В 2015 году он был под Порошенко, в 2020 году он под Зеленским. Соответственно, договорничок организовался следующим образом. Вы получаете секретаря, я получаю Гриневецкого. Вы получаете комиссию по, если не ошибаюсь, культуре, комиссию по экономике и еще много чего другого. В принципе, понимаю вас, вы продались, вам это выгодно, как вы там, кто вас руководит и кто вами управляет, ваше личное дело. Просто об этом должны знать одесситы, что вы 5 лет или сколько вы там общались, рассказывали на тех эфирах, как вы против Труханова, сейчас вы с Трухановым. Но... Что это меня вы бо... мне лично? Я, то есть вы перешли на личности я... сейчас? Нет, я говорю нет, вы сейчас обвиняете меня в том, что у меня есть договорники. Я не перебивал. Я тоже, но вы обвиняете. Вы представитель партии «Слуга народа» и фракции в городском совете, я обращаюсь к вам как к человеку, который представляет эту партию. Отлично. И фракцию в городском совете. Так, я не человеку. Закончил. Так вы как человек обращаюсь к политической мені чесно, мені важко уявити, що Квасницька буде голосувати в унісон за проєкт Геннадія. Да не важно. Нет, это важно, потому что вы сейчас манипулируете и призываете. Фракция голосует с Трухановым. Еще раз. Если еще вы раз. Не в фракции, фракция голосовала фракции сегодня уже не, другой фракции. Не с Трухановым. Уже все. Сегодня фракция голосовала я хочу не с Трухановым. Закончить. Все. Ольга, вы вот, сегодня вот все. Вы не все переходите на личности. Ваши. Я не говорил про личности. Говорили я не назвал лично ваше имя. Меня. Я сказал вы фракция. Сказали, нет. Я только сказали, что сказал. Вы доверяйте на вам. Личность. Фракция «Слуга народа» и ЕС это объединились. Это то, что вы не умеете себя вести. Да вы перебили, не я вас перебивал. Это трогая снизу. Я хочу закончить. Давайте 20 секунд, 20 секунд Романа, я заканчиваю. Но больше всего меня поражает, как эти демократы, которые тащат нас в Европу, проголосовали сегодня за состав постоянных комиссий, куда в бюджетную комиссию, в строительную комиссию не включили ни одного члена ОПЗЖ и ни одного члена партии Шария. Нарушая не просто регламент, а нарушая закон о местном самоуправлении о пропорциональном делении депутатов по комиссии. Нас 18 человек. Ладно, если бы нас было меньше, и мы не попадали в какую-то комиссию. Нас 18. И ваша фракция, это, извините, коалиция, грязная коалиция, проголосовала за то, чтобы утвердить такой состав постоянных комиссий. Не стыдно быть в такой фракции, Ольга? Здесь вот... Вы теперь знаете, как к личности вы, да, я вижу. Вы мне напоминаете кричалку с Гарри Поттера. О, да. Так вот, здесь я хотела бы сказать следующее. Еще раз. Если одесситы мудро, взвешенно смотрят сессию Одесского городского совета, они прекрасно видят, за что кто голосует. И в отношении того, что мы не голосовали, ну, лично я, то есть я не говорю сейчас о фракции, лично я не голосовала ни за вице-мэра, первого заместителя городского головы, кстати, вашего однопартийца. И я не голосую. И здесь не нужно создавать видимость обиженных каких-то мадамов, потому что вы здесь плачете. Как будто, вот, знаете, плач Ярославный. Мы не нужно рассказываем здесь люди, кто вы есть на нет, самом деле. Нет, людям рассказывать не нужно, потому что они 3 года видели, где я была где? И что я делала. И я единственная точка была... Меня, я да? почему-то вас не видела вместе со мной, когда нужно было отстаивать и рекреационные зоны, и Гагаринское плачет, и детский садик в переулке Каркашадзе, и памятники культурного наследия. Вы почему-то там меня не обвиняли и не кричали. А сейчас да вы тут такая кричалка. Вам, что вы действительно депутат, который не нужно за одесситов, политике, а не за Труханова и его Евгений, команду. Евгений, в политике верить нельзя никому. Нужно ну доверять. Спасибо, что вы меня этому научили. Одесситы мне доверяют, потому что если бы одесситы мне не доверяли, то я бы сегодня не представляла это их интересы. Это уже переходит на особистость, ну, нагадывая мне дебаты. Ну вы же видите, что вот произошло. Он же перешел на личности, я не трогаю я не переходил, абсолютно. Я говорю буде про коротка фракцию. Ваша відповідь, я попрошу Романа все ж таки вислухати. Евгений, мені. Будьте справедливы, вы здесь арбитр. Я не переходил на личность. Я сказал, фракция ДДС, Слуга народа ЕС. Что за предъявы мне? Конкретно, где я перешел на личность? Роман, вы перешли, честно. Где конкретно? Вы сказали, вы Ольга. Я не сказал, вы да Ольга. Нет, я последний, когда подытожил свой спич, я спросил, не стыдно находиться вы тогда в фракции? Это не личность. Это дискуссия на порожнем месте, можно потом. Ну, потому что вы не являетесь объективным. Потом... Романа, ну, не вам судити, я завжди намагаюся об'єктивно мої поповірити. Ніколи. Окей, хай буде правда на вашому боці. Так, Ілля, просто слово, будь ласка. Да, спасибо. Буквально пару слов по поводу коаліції. Ну, у мене була ідея подавати проект рішення, я дійсно согласен з колегою о том, що все должно бути чесно і прозрачно. У мене була ідея
предложить фракциям «Доверяй делам», «Слугам народа» и «Европейской солидарности» объединиться в одну фракцию, придумать какое-то рабочее название. Это было бы честно, это было бы справедливо по отношению к одесситам. Мы с вами прекрасно понимаем, чем мы похожи, то, что когда шли голосовать за нас, голосовали за бренд, на самом деле. В вашем случае голосовали за Зеленского. И мы поддерживали партию Ширяева в свое время. Когда шли голосовать за партию Ширяева, голосовали не за Илью Фреймана, голосовали за Ширяева. И самое важное — это имидж. Имидж человека, который говорил, что будут посадки. Сейчас мы понимаем, что посадки шли о местах в кресла каких-то чиновнических. Говоря о господине Ковале, при всем уважении к его возрасту и опыту, я заканчивал Мечникова, там масса достойных преподавателей, но это безумно коррумпированный университет, взятки были абсолютно везде, из этого страдали преподаватели, все прекрасно знали, что пирамида замыкается на вышеозвученном господине. Вот, поэтому как такой человек сейчас будет занимать эту должность, если при его правлении Мечникова просто, ну, разваливался на моих глазах, когда люди нормальные из села с мозгами, которые хотели учиться, на моих глазах, как из них выдавливались взятки просто, этот человек сейчас будет у нас в горсовете на должности... Дивіться, це питання, певно, доцільніше ставити самому Ігорю Ковалю. Обязательно поставим. Я думаю, да, буде така безусловно можливість поставити, я не знаю, будете відповідати? Репліка, так, да, обязательно буде. Ну, во-первых, когда я шла на местные выборы, и вы не путайте, пожалуйста, парламентские выборы и с местными, и вашу ситуацию. В моей ситуации люди голосовали лично за меня. Потому почему? Что именно я 3 года вместе с людьми отстаивала их интересы и была надежной опорой в тех вопросах, где ни вы, ни другие партии не появлялись. Это первое. То есть слуга второе, народа вам не нужна? Второе, причем тут здесь слуга народа? Mm-hmm. Я сейчас говорю о том, что опровергаю, пытаюсь, да, опровергнуть вашу мысль в отношении того, что люди не голосовали за меня, а голосовали за бренд. Так вот, хотела бы сказать другое, что люди как раз голосовали за слуг, потому что там была я. Вот. А в отношении того, что почему это Коваль, и в отношении того, что там коррумпированный университет, конечно же, у нас коррупция везде, в любой системе. Я тут говорю и об образовании, и о медицине, и конечно же, о других сферах, сфер управления. Но здесь речь же сейчас, опять же, о ценностных политиках, которые мы должны, да, взращивать. Вот мы взращиваем. Будет ли Коваль хорошим секретарем, время покажет. Причем, коррумпированный или нет, это должны установить службы, органы, вернее. Ну, я еще раз, он не был секретарем. Могли бы вы быть секретарем? Думаю, да. Могла бы я, да, мы могли бы справиться, может быть, даже лучше. Роман бы хотел. И Роман, возможно, был бы его секретарем. Ну, для меня тоже это не было целью. Я не хочу быть секретарем и сидеть возле Геннадия Труханова. Вообще, в одном из наших эфиров кто-то, я не знаю, кто пропоновал сам вас на посаду. Да, и я не скрою, что эта идея, можно так сказать, она рассматривалась на фракции, но я прекрасно понимала, что она не может быть реализована по той причине, что я не подхожу одесским элитам. Понимаете? И меня боятся. Ну, так нужно, да, но тем не менее они боятся и не хотят. И понимая это, естественно, ну, было логично помочь людям построить, да, систему исполнительной власти таким образом, чтобы орган заработал. Кроме того, я вам хочу сказать то, что я стала председателем комиссии по законности, но она сейчас звучит по регламенту этики и коррупции. Это тоже неплохой результат. И как раз вот вас, дорогие коллеги, я и запрошую... Нет, ну, этики, да, этики будем, но я и запрошую... Можете рассказать? И запрошу для конструктивной работы, для того, чтобы мы как раз с вами смогли наработать правильные предложения по регламенту, внести изменения, то, что мы бы хотели, то, что сегодня вашими коллегами озвучилось, и я поддерживала. Здесь, Роман, я за конструктив, а не за беседу на крик и на обвинение. Потому что вы можете 25 раз любить слуг, не любить. Я не прошу, чтобы вы зачаровывались мной и слугами. Но здесь должен быть конструктив. Конструктив в том, что как вела себя я, например, вы видели, и обвинять меня в продажности, что это я легла я под кем-то и так далее, не нужно, потому что это неконструктивно, и вы обманываете и моих, и ваших избирателей. Давайте ось на цьому питанні ми поставимо крапку. Даю 30 секунд, щоб потім не звинувачували мене у необ'єктивності. Благодарю. Ольга,
к вам лично, никаких претензий. Вы залезли в лодку, которая называется «Слуга народа». А вы там тоже вы в лодке сидите. Вы член команды, и вы должны отвечать за всю фракцию. То, что вы говорите... Не про должна. Хорошо, я вас не перебивал, старался слушать. Послушайте и вы меня. Меня сегодня ваша коалиция по каким-то непонятным причинам просто поставила членом по экономике, коммунальной собственности, инвестиций и так далее. Никогда в жизни этим не занимался, но ваша коалиция за это проголосовала. Я хотел задать вам вопрос, а как так случилось, что вы стали председателем? Тоже вот господин Брендак решил? Или нет, все-таки это... вы участвовали в переговорах? Слушайте, тогда скажите, я работал в комиссии по образованию и культуре в областном совете, а последний год в транспорте. Но меня определили в коммунальную собственность, инвестиции, экономику. Можно понять, почему? Хотя я подавал предложение совершенно другое. Роман, все эти вопросы точно не ко мне, а к вашему главе фракции, потому что непосредственно... Не, я про вас, как вы стали председателем комиссии, ну, спрашиваю. Дайте же мне ответить. Вы сейчас задаете два вопроса и пытаетесь сейчас перекрутить стрелки на меня. И сейчас о вас. Вот вы подавали свое предложение главе фракции, и глава фракции вел переговоры. Все вопросы к главам фракции. В отношении того, как я стала, потому что я кандидат юридических наук. У меня есть опыт и знания, и я рекомендовала себя именно на эту посаду. И я писала свое заявление на главу фракции господина Мараховского. Але там, здається, ще плутанина нас очільником голови фракції, так? У нас? Ні, у ПЗЖ. А, ну, от моя питання, може бути, ви не стали тим, ким хотіли. Ні. Так, питання буде до Ярослава. Я знаю, ви навчалися у Мечникова. Так. Дійсно, ось там така корумпована система. Дякую, що ви запитали. Ні, насправді, там, звичайно, є корупція, але не вища, ніж в інших університетах. І я не можу погодитись з тим, що там, навіть якщо ти знаєш матеріал, то з тебе вимагаються гроші. Там, де я вчився на цьому факультеті, то, власне, такого не було. Хто хотів вчитися, міг вчитися. Сам Коваль був десь, не знаю, помічений у цих? Ні, я такої інформації не маю. Давайте ось цікаво до Михайла Кучука, якого призначили віцемером Одеси. Вадим Рабінович виступив вже заявою і назвав це зрадою. Як ви прокоментуєте, Романа? Ну, я комментирую следующим образом. Вот тут пытался, опять же, обращаясь не к личностям, а к коалиции, Геннадий Труханов со всеми, вот это уже на эфирах разных слышу, мы так показали ОПЗЖ, что мы с ними, что мы аж назначили их человека первым вице-мэром. А если кто-то хочет, заходите на сайт городского совета и посмотрите, что ни один член нашей фракции не голосовал за это назначение, потому что господин Кучук Михаил Ильич договорился лично с Геннадием Трухановым. Он сегодня был, он покинул ряды фракции, он покинул статус депутата и ушел себе работать с Геннадием Леонидовичем. Все, на этом работа его и его отношение к ОПЗЖ закончилось. Почему он так сделал, какие у него мотивы были, нам неизвестно. Но мы никак по-другому поступить не могли, как четко обозначить. Этот человек не с нами, этот человек опять теперь в этой коалиции. На этом больше обсуждать эту тему в принципе нечего. Все, это вот как сказал господин Рабинович, вот это вот именно та самая ситуация. Поэтому разговор... Вы особисто так уж уважаете это зрадой. Я считаю, что это неэтично по отношению к партии, которая сделала его депутатом. Это неправильно с точки зрения тех избирателей, в том числе, которые голосовали за него, как за представителя ОПЗЖ, какое бы у него имя и авторитет не был. Поэтому я считаю, что это неправильно. А для чего тогда было идти от нашей партии? Если ты договорился, еще бог знает когда, иди себе сразу вице-мэром и работай. У нас есть много ребят, которые на его место придут, будут работать и будут верны партии и одесситам. Але все ж таки це може стати темною плямою на вашій фракції. Вона вже стала. Тобто у нас чоловік, так таких людей достатньо багато, які придають свою партію. І немає гарантії, що це не остання зрада. Да, навіть і не до ОПЗЖ, то з кожної фракції. Жизнь така штука, що все міняється. Деньги рішають все. Вот вообще, і добро, і зло, і все, що хочеш, рішають. Как показала практика последних 5 лет. Если слуги вместе с ЕСом объединились с Трухановым, то о чем тут говорить? Что вы прицепились к ОПЗЖ? Почему вы считаете, что мы объединились? Зачем это говорить? Вам потому объясняем. Что, потому что, объясняем, Ольга, потому что я простой вопрос задаю. Как вы могли голосовать за вопрос, когда в ОПЗЖ какой? Нету в бюджетной и строительной комиссии? Слушайте, ни одного представителя. Это все вопросы к вашим главам никакой фракции, которые вы были за в переговорном это процессе. Слушайте, этот проект решения был на столе. То, вы его видели, что там нас нет. Наши коллеги
поднимали руку? Которая начнет работать, потому что и ковидная ситуация, и вопросы бюджета на сегодняшний день важны. Я знаю многих, он сидел рядом с вами, выступал и говорил, как так может быть? Типа не ключевая комиссия, Труханов говорит, но там три председателя фракции, ваш, ЕС и ДД. И вы, и он говорит, почему ОПЗЖ нету там? У вас сколько глав фракций? Какая разница? У нас 18 депутатов, которые должны пропорционально... Вот вы расскажите, сколько у вас глав комиссии? А я, честно говоря, не понимаю. У нас должно быть больше. У нас всего лишь три главы комиссии. А если смотреть закон про пропорциональное деление, у нас должно минимум быть 4. У вас хоть чап три, а у партии Шария заголизован. Так это другая история. Так более того, они не дали же возможность попасть в те комиссии, которые самые важные, которые земельку выделяют, которые разрешения на строительство разные дают, которые бюджет дерибанят, они там все пригрелись вместе, и нет, мы не в коалиции. Мы просто ситуативно договорились. Ай-яй-яй, как хитро. На бюджетной сессии тоже будете говорить, что вы за бюджет для города, что мы должны начать работать. Ага, а оппозиция, Роман, значит, есть красные линии, когда, которые мы не переходим. Например? И все это знают. И, это депутатский фонд называется? Или 10% фонд? Отката? Это что за красные линии? Причем тут депутатский фонд? Какие красные линии? Я у вас в оппозиции? Их не существует? Нет, я вас хочу. Подождите, у вас назовите их, что вы имеете в виду? А их много. Конкретно. В отношении кредита, в отношении земли, в отношении непосредственно продажи без аукциона и коммунальной собственности, не только земли, а и недвижимости, я имею в виду коммерции. Поэтому здесь много красных линий. И наше голосование покажет, кто есть кто. Не нужно сейчас уводить разговор в отношении того, что вас обидели. Потому что вас знаете, обидели, а у меня другая красная слезы. Линия немножко. Я вас выведу за ручку на улицу возле горсовета. Вашу красную линию я уже вижу. И закрою дверь, и скажу, вы депутат, но вы голосуете на улице и слушаете то, что вам говорят по телевизору. Я, как депутат городского совета, который выбирали одесситы, хочу иметь возможность работать в комиссии по бюджету, строительной и другим, в которой воруют. Работать, и вы знаете, что они там воруют. Вы можете работать точно так же в этой комиссии, господин Этнарович, только что мне то же самое рассказывал. Задаю вам вопрос. А голосовать могу в этой комиссии? Слушайте, вы меня просто пугаете, потому что если вот так вы будете работать в городском совете... Я сподіваюся, це назвучало як погроза. Ні, абсолютно. Я даже не боюсь, потому что... Ну... Давайте ось на цьому поставимо крапку. Все ж таки у нас є і інші гості. Ось... Вас взагалі обділили, можна сказати, з комісіями. З комісіями, но здесь все очевидно, потому что мы кошмарные сона для этого тандема. Если мы будем иметь право голоса, если мы будем контролировать что-то, то все будет очень плохо. Практика это показывает. То есть там, где есть Шарий, и там, где есть коррупция, там плачет какой-то жулик, вор или коррупционер. Они имеют в виду вас лично, непосредственно. Более того, честно, мне кажется, что во всей этой истории вы реально жертва обстоятельств. Вы сели в эту лодку, вас нагрузили в этой лодке, и вам сейчас некуда оттуда удрать, понимаете? Вот мне бы хотелось, чтобы была мажоритарка специального для таких депутатов, как вы. Вам не по пути со слугами, потому что они себя уже зашкварили максимально. Одесса самый разочарованный в слугах народа город. И эта тенденция продолжается. Если вы говорите, что вы прошли сами, я готов в это поверить, но вы поймите, что в другую вещь, что сейчас этот потолок будет опускаться, и он уже коснется и вашего рейтинга непосредственно, и доверия одесситов. Давайте тут будет кожен слідкувати за своим рейтингом. Да, я думаю, что Ольга Квасницкая не потребует. Это личное мнение, я не навязываю одесситам, я высказываю его, не претендуя на истину. А вы вообще знаете, что я делала? Я знаю, что вы вроде в другой партии были изначально. Вроде вы знаете. Самопомощь. Почему самопомощь не идет на совет? А вот почему самопомощь в Одесском городском совете не представлена? Вы не знаете? Да я вот не понимаю. А я не понимаю. А почему партия закончилась? А почему закончилась партия? Вы же были членом партии. Да. Лиза, это программа «100 питань» до Ольги Квасницкой. А почему, да? Ну давайте, а где? Вы ее видите? Она шла, вот если бы она шла в Одесский городской совет, поверьте, я бы шла вместе с ней. Так вы член партии, а в отношении, вы должны знать я не член на этот партии, вопрос. Я не член партии, надо знать информацию лучше. Прошу, а в отношении жертвы, я бы хотела все-таки два слова. Так, в отношении жертвы. Вот мне кажется, жертва вы в этой ситуации, потому что непосредственно ваши соратники, которые не успели даже еще поработать в Одесском городском совете, вы уже их отзываете, потому что у вас уже коррупционная составляющая присутствует. В чем? Пожалуйста, я нет, не здесь знаю, фактаж. Я не знаю в чем. Ну,
же отозвали. Вот почему-то же вы отозвали. Вы говорите, поэтому что давайте здесь уже говорить честно. Так вот именно, мы жертвы сразу же вы, отозвали. Наверное, а не мы. Потому что у нас монолитно, мы принимаем дружные решения. Вы имеете в виду доверяя дела МЕС? Нет, я имею в виду за слуг. Да как монолитно? Вы только что говорили, решение, что вы не голосовали так же, как голосовала фракция. А это нормально? Так слушайте, так а не должно быть регламент за регламент, и не можем мы голосовать монолитно. А монолитно, потому что мы голосуем... Каждый может голосовать как хочет, и никаких санкций не будет. Я правильно понял? Я говорю о том, что мы поддерживаем кандидатур, которых рекомендует фракция «Вместе». Мы разрабатываем «Вместе» и вносим бюджетные изменения, предлагаем бюджет изменения и нарабатываем уже «Вместе». В отношении регламента, да, у нас есть, будем так говорить, разногласия в определенных моментах. У меня и эти разногласия, естественно, мы обсуждаем на фракции. И сегодня да. Я не голосовала, потому что не смогла убедить фракцию Давайте в том, что я права. Объективно, вот ваше мнение хочу услышать. Да. Вот если бы, предположим, партия «Шария», да, и ОПЗЖ, давайте уже так, захватила бы какие там комиссии, главенство комиссии в бюджетной, в земельной. Вам бы, как мне, как нашей партии, досталось бы ничего. Вы бы согласились со всем этим, да? Ну, я, в крайнем случае, здесь бы не обвиняла вас. Я бы не обвиняла вас в том, что вы жертвы, что вы там в чем-то. Я бы просто работала. Но я по-другому подхожу, понимаете? То есть вы бы проигнорировали то, что ваши права нарушаются, как слуг народа. Я бы работала. Игнорировали, я, молча я, бы работали. Мои бы права не нарушались, я бы была членом Все, любой депутатской комиссии. Дякую. Спасибо, що закінчилося питання. У мене буде своє до Ярослава Католика, як до політолога. Ось ці ситуативні союзи, коаліції, дійсно можуть мати місце? Зважаючи на ідеологічні розбіжності між цими фракціями. Розумієте, ідеологічні розбіжності, вони більше впливають на загальноукраїнському рівні. На місцевому рівні альянси можуть бути будь-які. І, власне, я особисто переконаний в тому, що у нас в Одеській міській раді дійсно створена коаліція, неформальна, звичайно, тому що законодавство про місцеве самоврядування в Україні, воно не передбачає якихось коаліцій формальних, але у нас є постійно, вже можна говорити, коаліція, це «Слуги народу», «Європейська солідарність» і «Довіряй ділам». Власне, наслідком цієї коаліції є і обласна рада. Але ж ви розумієте, що «Довіряй ділам» є токсичною для будь-якої фракції? Ну, з одного боку так, але ми бачимо, що не настільки токсичним, як воно могло би бути. З іншого боку, інше підтвердження, да, ми подивимося, якщо на обласну раду, то ми бачимо, що очільником Одещини, а це все ж таки квота президента, він означає свою людину, став Сергій Рафаїлович Гриневецький, який балотувався від партії «Довіряй ділам». Як на мене, це ще одне яскраве свідчення того, що такий альянс існує, і, в принципі, я можу передбачити, що, можливо, такі альянси будуть і по всій Одещині. Це виходить для ЄС, «Слуг народу», токсичніше об'єднуватися з ОПЗЖ партії Шарія, чим... Ну, тут важко говорити, чи це токсичніше, чи більш вигідно з багатьох міркувань, з багатьох аспектів. Тому що, можливо, для цих партій було важливо, щоб вони на щось впливали. І для них було важливіше, ну, вони тому що вирішили... Я чому ставлю таке питання? Я перепрошую. Протягом останніх років ось ці люди, які увійшли до «Слуги народу», до ЄС, критикували дії «Довіряй ділам» і критикували діючого міського голову. І важко уявити союз. Важко, але можна. Тому мені буде дуже цікаво, як буде відбуватися робота в міській раді і наскільки, ну, і чи будуть такі рішення, такі резонансні, пов'язані з корупцією, наприклад, придбання адмінбудинку Краяну, да, де всі розуміли, що це крадіжка, але, тим не менш, раду тоді була монобільшість Труханова, вона за це проголосувала. Подождите. Чи аеропорт, який за часів регіоналів, так само був виведений з комунальної власності і переданий, власне, приватній компанії. Тому для мене буде принципово дивитися, за які рішення будуть голосувати ті люди, які раніше боролися проти свавілля Труханова і говорили, що вони, ну, не лише говорили, а дійсно захищали інтереси одеситів, чи буде це спостерігатися у раді цього скликання? Так, я прошу прощення, так, по-моєму, не зовсім політкоректно говорити, що воровали, неправильно. Суди ж то оправдали всіх, все нормально, ніяких суди нет. Одеський оправдав, апеляційний розглядається, і зараз, наскільки я розумію, там кілька уголовних діл по різним вопросам, один з яких, да, по деклараціям були, але зараз поки закрились. Ну і, відповідно, в Вищий антикорупційний суд розглядає вопрос по Краяну, по приобретенню адмінздання для мерів. Хотів би доповнити господина експерта, буквально пару реплік. От, дійсно, одним із самих ярких аргументов, свидетельствующих о коаліції, в частности, «Довіряй ділам» и «Слуг народа», это личный, так сказать, губернатор господина Труханова. Мы с вами, вы умная женщина.
И я уверен, что вот вы не можете себе представить такую картину, что сидит такой Зеленский и думает, а кого бы мне назначить на Одесскую область губернатора? Гриневецкий, да вот же он. Я его сейчас, под законом, под люстрацию, ничего, я его сейчас вытащу, я его сейчас достану. Этот человек, он мне сейчас область поднимет как никогда. Это новое лицо, однозначно, это свежий взгляд. Именно этот человек... Вы прекрасно понимаете, что он бы к такому решению не пришел, если бы он думал так, как заявлял вот в начале своих выборов, предвыборной кампании. Мы прекрасно понимаем, что это было договорено. Я более чем уверен, что вам самой не нравится это решение. Вы не видели... нравится. Вам нравится? Не нравится. Не нравится. Да? Вот. Так, и мы с вами... Я веду к тому... Да. Я подвожу к тому, что человек Труханова занял должность, на которой должен находиться человек президента. Если вы не понимаете, к чему я подвожу, то я не вижу смысла... С вами сейчас, на это еще дискутируем. Вы сейчас должны говорить не о том, кто стал губернатором, да, который, в общем-то, должность губернатора скоро тоже будет ликвидирована. Нужно думать о том, об этом, как... Недавно это уже будет. Ну, будет он префектом. Кто знает, кто будет. У нас все так меняется. Мы уходим сейчас от того, что нужно сейчас людям. А людям нужно что? То, что первое, понимать, кто с им людьми, а кто, вот кто против них. А они поймут это, когда они увидят действительно то, что мы сможем добиться, чтобы назначили человеком Труханова. Работа мэрии стала... Давай почуем, а Виталий. Да, извините. Нет, работа мэрии стала прозрачной, чтобы люди смогли действительно иметь доступ к тем документам, которые они раньше не видели. Чтобы комиссии и протоколы комиссий были доступны. Понимаете, вот о чем сейчас нужно говорить. Чтобы бюджет был сбалансированным и открытым. Чтобы деньги, которые наши, людские деньги, направлялись туда, куда мы понимаем, вернее, мы могли проверить, да, эти сметы, действительно ли они соответствуют действительности, нет ли там откатов и закатов. Вот что люди от нас хотят, чтобы строились сады и школы. Мы сейчас с вами уходим в национальную политику, отводя людей от самого главного, от того, что мы должны вместе делать, нарабатывать правильные решения и ставить таким образом эти решения, чтобы и Труханов, и другие фракции могли голосовать. А если не будут голосовать, вот тогда мы здесь будем приходить и людям рассказывать. То якщо вот будуть обвинение... проекти, припустимо, на благо Одеси, одеситів, від ОПЗЖ, ви готові голосувати? Конечно, я так само, я думаю, ОПЗЖ готові голосувати за хороші проекти від слуг. Дві речі скажу, так. Ольга. Ну, поскольку нас з представителями партії Шарія нету в ряді комісій, ми искренне надіємося, що вам в коалиции с «Доверяй делам» удастся сделать прозрачнее, и мы с Ильей получим протоколы бюджетной комиссии и протоколы, конечно, строительной комиссии, да. Потому что нас там нет. Роман, вы, кстати, для этого мы должны, да, с вами вместе, да, работать. Не, вместе не получится, получится, потому что нас что, там нет. Хотели, и мы не продаемся, нет, мы, с вами... мы не работаем. О, Господи, так как вы работаете, Господи, с Труханом. И второе. Ольга, мы я вас знаю не так давно, мы тоже не но продаемся. Я вас знаю вот по нашим с вами эфирам, угу. И я крайне удивлен, почему вы не смогли убедить фракцию. Ребят, давайте-ка мы продолжим нашу политику, как мы были против Труханова. Если мы объединяемся с ППШ, частью ЕСа и ОПЗЖ, мы диктуем условия. Мы выбираем своего секретаря, я бы даже за вас голосовал. Мы ставим своих глав комиссии на самые проблемы. Представьте себе, не смогла убедить. Я закончу. Вот представьте себе. И как бы мне самое большое обидно, я сегодня после сессии вышел, думаю, ну все, можно расходиться и больше сюда не приходить, потому что уже, в принципе, понятно, как оно будет работать 5 лет и кто с кем будет работать. Поэтому меня крайне удивляет. Не удивляет. Если вы оппозиционер в своей фракции, то тогда скажите всем одесситам, что в вашей фракции есть один человек, господин Мараховский, или может кто-то другой, который контролирует часть депутатов и который не слушается партию «Слуга народа», а слушается Труханова, и вы в этом не участвуете. Это будет честно, Роман, справедливо перед одесситами. И мы скажем вам за это спасибо, потому Роман, что мы будем вот знать, что вы время свои спичи на обвинениях. Вот все время на каких-то обвинениях. Да потому что я заговор. Не понимаю. Роман, я хочу, чтобы этот лысым, город жил Иванов... лучше, а не понимаю, почему вы делаете, Франка, чтобы он жил покажи, хуже. Франка, почитайте. Вот тільки сильний виграє війни. Не здавайтесь, потому что вы говорите, что я выйти не сдаюсь, уже никуда я никогда нет, не сдамся. Ну, я вот, за горло возьму вот до последнего. Вот для того, но чтобы вопрос, одесситам и делаете? Городу, я как раз это и делаю, для того, чтобы городу помочь, и одесситам нужно принимать правильные решения. Для этого их нужно что? Нарабатывать. Садимся все вместе, нарабатываем. И не нужно сейчас рассказывать, что вы не можете работать в депутатской комиссии. Я вас в свою комиссию лично приглашаю, чтобы работать мы вместе могу, голосовать с вами... Не могу. Ничего, не я могу. Вашим дякую. Голосом Коротко, буду. Ярослав, ну, власне, я і хотів сказати, що звернутися до депутатів міської ради, що, власне, будь-який депутат, звичайно ж, і по закону, і по регламенту має право
бути на засіданнях інших постійних комісій, спасибо, приймати участь, так, але, на жаль, не зможе голосувати. Так, а дякую так. вам, дякую, панове і пані. Я казав, що не вистачило сьогодні десь емоцій під час сесії, але їх було достатньо під час цього ефіру. Чим далі, тим цікавіше. Спасибі вам, депутати Одеської міської ради Ольга Квасніцька, Роман Сенек, Ілля Фрейман і політолог Ярослав Католик були гостями цієї інформаційної години. Ми з вами побачимось за 15 хвилин до нашої студії завітає відома телеведуча, журналістка Вікторія Кіосе. З нею будемо говорити про ситуацію з COVID в Одесі. Дочекайтеся.